Новый район – лучшее место для открытия своего дела. Первые этажи почти всех домов жилого комплекса «Минск Уорлд» – помещение для бизнеса. Будь то кафе, туристическое агентство, а пандемия все равно закончится, парикмахерская, магазин шаговой доступности или брендовый бутик. Ольга Рудлевская владеет небольшим бизнесом и рассматривает новые возможности. У меня небольшой свой бизнес, частный детский центр. И вероятность того, что... Меня очень прельщает вероятность того, что я могу жить и работать в одном доме. Это очень удобно. Перенести детский центр в свой дом. Еще одним плюсом в пользу переехать в Минск Уорлд и жить здесь – возможности расширить бизнес и попробовать себя в новой сфере. Будет международный финансовый центр, станция метро в шаговой доступности, торговый центр огромный, торгово-развлекательный. А с другой стороны, там будет много зелени, парковая зона. Международный финансовый центр строят совместно с арабскими архитекторами и финансистами. 42 этажа и 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Это тысячи новых рабочих мест и миллионы инвестиций. Застройщик изменяет городскую среду, делая ее удобной, и предлагает финансовые инструменты так, чтобы любая семья со стабильным доходом могла позволить себе недвижимость в Минск Уорлд. Для семей, которые, например, не могут сразу купить, оплатить квартиру, потому что это достаточно большая сумма, здесь очень хорошие условия для рассрочки. То есть семья, которая единым платежом не может оплатить, она может взять рассрочку и остальную часть суммы распределить на 100 месяцев. И это выгодно с точки зрения, чем снимать квартиру. Жители комплекса перечисляют преимущества. Планировка мне очень нравится. Вот эти окна такие панорамные, да, и прям вся стена – это окна. Это очень красиво, это очень современно. Фасад очень, конечно, необычный для современных строений, но такой, скажем, веселенький, интересный, такой молодой. Лобби, да, очень интересно, для меня это новое. У нас дом, где мы живем, там лет 15 назад строился, поэтому очень интересно, очень так современно сделано, дом со свободной планировкой. Очень люблю делать интерьеры свои собственные, да, для меня вот это важно, очень важно, когда есть возможность планировать самой, возможность там креативить. Параллельно создается инфраструктура и благоустраивается территория. Здесь будут медцентры, 8 школ, 12 детских садов, автомобильные паркинги, а кварталы свяжет сеть велодорожек. О преимуществах Минск Уорлд говорят и на международных форумах. Один из них – выставка «Будэкспо» открылась в Минске. Речь о концепции современной городской среды, решениях, которые предлагает застройщик. Этот форум продлится до конца недели. И сейчас начало продаж квартир в еще двух новых домах. В доме «Барбадос» – это квартал «Тропические острова», стоимость квадратного метра от 2180 рублей. На первом этаже торговые помещения с отдельными входами и высокими потолками. Действует и рассрочка от застройщика на 100 месяцев с первоначальным взносом всего от 10%. В доме Гавайи он также в этом квартале первый и второй этажи коммерческие помещения. На первом будут торговые, на втором торгово-административные. Высокие потолки, террасы и эксплуатируемая кровля. Торговые и административные помещения можно использовать самому, а можно и выгодно сдавать в аренду. Выгоднее приобретать жилую недвижимость. Цена квадратного метра от 2260 рублей. Застройщик существенно опережает сроки ввода в эксплуатацию своих объектов. Получение ключей от квартир и коммерческих помещений долго ждать не придется. А на старте продаж еще есть возможность выбрать лучшее для работы, бизнеса и жизни. И стоит поторопиться, только до конца этого месяца при 100% оплате скидка 60 евро с каждого квадратного метра.